по адресу Пушкина 186 столкнулись две иномарки. Это Hyundai и машина Toyota. По предварительной версии сотрудников ДПС, за рулем сидела женщина, именно она нарушила правила дорожного движения. Девушка выезжала с прилегающей территории, не пропустила автомобиль Hyundai. Все. Пока сотрудники ДПС работают только с водителем Hyundai. Женщину, которая управляла Toyota, увезли в больницу. Жена у меня, видите, в аварию попала, приехала только что. А жена, извините, на скорой. На скорой. А у нее какие травмы? Головы. Осколки в голову. Водительница получила черепно-мозговую травму, но все могло закончиться хуже, если бы машина Toyota была леворукая, ведь удар пришелся именно на эту сторону автомобиля.